общем, куриный культ пока не прокатил. Давайте еще одну катку. Окей, еще одну. Еще одну и все, и сразу спать пойдем. Семена. Отлично. О, банан. Замечательно. Лампочка. Ну что, пошли, пошла жара. Берем семена, берем лампочки. Сейчас будет весело. Из этого всего жемчужина, наверное, лучше всего ее можно отдать этому чуваку, который добывает минералы. Но мы его забанили, да? Ниндзя-мышь уже в наличии. Ниндзя-мышь есть. Окей, у нас есть ниндзя и мыши. Что если набрать чисто ниндзя и мышей? Фулл билд на ниндзя и мышей. Где их столько взять? Просто на миллион долларов, а? Теперь должны выиграть. Пики. Я могу скипнуть сапфир здесь, если захочу. Я могу сейчас много скипать. Ниндзя с мышью крутые, но не буду. Каждый ниндзя минус 100 голды. Да, интересно, если ниндзя будет очень много, то они начнут в минус уходить. Начнут они у тебя золото забирать. Я думаю, что игра вполне могла бы это сделать. Ржавая шестеренка, отлично. Шахта. Вся руда. Ну, неинтересно. Шахта и руда, шахта и кирка — это куча всего, куча сразу всего. Медведи, мед. Медведи тоже не работают. Давайте семена попробуем вырастить, цветы, фрукты. Хотя бы с энергией, да? Скип. Можем себе скипы позволить. Два цветка уже есть, есть лампочка. Лампочка очень плохая, но дворф один штук всегда нужен. Потому что кто-то должен в этой семье пить, правильно? И мы очень сильно опережаем. Ниндзя-мышь тащит начальную игру. Теперь можно себе позволить пару предметов. Отмычку. Прекрасно. Отмычка дает время. О, ругательная банка. Я брал ребенка? Да. Тум-тум. Не берем трэш? Сейчас уже можно не брать, да. Так, есть шкурки от бананов, вот что есть. Так что увидим вора, берем вора. Я забыл, что шкурка от банана есть, да. Уголь можно позволить себе. У меня есть один краб. У меня есть один краб. Стоит мне брать второго краба? Да? Шестеренка с крабами в теории работает. Кокосы. Автомат с капсулами — просто жесть. Вор или капсула? Капсула сразу даст 20 голды пассивно. Вор. Вору, чтобы 20 голды заработать, нужно долго прожить. О, автомат с капсулами сейчас нам все затащит. Тупо тонны денег. Камень бездны просто так. Ну, не просто так, но чтобы был. Кроличий мех для редких предметов. Отлично. Идем вперед. У нас некоторые роллы очень хорошие, некоторые очень плохие. Так, вор изи. Уклонение от налогов для вора можно взять. Бафнутый вор. Золото не отбирает. Интересно, он золото даст? И, конечно же, повелитель зверей. Ну вот теперь есть какое-то направление. Повелитель зверей бафает мышей, крабов, обезьян. Звери резко стали намного круче. Крабы.
скипаем все. Я хочу звериную армию. Вот теперь куры были бы супер. Мега сундук с отмычкой. 100 голды. Пассивно. Что, мы так и не узнали вор деньги? О, граф. Граф убивает все билды, да? Граф звучит так весело, потому что каждый килл это 15 голды, типа. Но большинство синергий сделаны через людей. Большинство синергий начинаются от людей. Граф их убирает. Граф автопик. Мы ни разу не сделали победу с графом. Ни разу. Попробуем? Попробуем. Тройные монеты. Окей. Граф и тройные монеты. Для монет нужен король Мидас, которого граф убьет тоже. Нам нужно сейчас брать символы. В принципе, любые. Потому что граф сейчас очень много места освободит. Окей, вор дал деньги? По-моему, нет. Сейчас граф порядок наведет. Пустые слоты начинают появляться. Повелитель зверей, давай работай. Я знаю, я в тебя верю, ты успеешь. Так, пиво пить больше некому. Черт. Похоже, что это слива. Сложно с графом победить, но мы должны попытаться, да? Уголь очень медленно. Нельзя уголь уже брать. Больно смотреть. Бедный повелитель зверей. Ну, археолог. Археолог в бане, но он особо не успеет поработать. Так, капсулы, автопик, потому что автомат с капсулами. Вау, дождь с двумя цветками. Культисты. Соответственно. Простите, культисты. Я знаю, вы классные, но... О, так много пустых слотов. Капсулы хорошие, все равно хорошо. Теперь два золота пассивно. А я и забываю все время монеты, если увидим солнце. О, вот оно! Вот оно, солнце, окей. И бурный рост. Нашли замену. Вот они, цветы, солнце, лампочки. Ну-ка. Цветки по 10 голды. Окей, что-то в этом есть. Омлет. Пробуем играть цветы, да. Сыр работает с мышью. Прощай, археолог. Охотник за головами, это как... Пиньята на 15 голды просто. Шахтер то же самое для графа. Всех людей надо пикать. Каждый человек это как пустой слот, который 15 голды дает. Вино не нужно. Пчелы бафают цветы. Окей, у нас что-то есть. Цветы, солнце, пчелы. Крабы. Много крабов. Я не знаю. Воры. Склонением от налогов. От налогов-то может уклониться, а от графа вряд ли получится. Йоу. А что если... Граф против графа. Битва веков. Ну это точно будет слив. Стопроцентный. Я возьму сундук. О, солнце влияет не только на ближайшие символы. Отлично. Окей, у нас есть солнце, которое на всю карту работает. И цветы. Окей, не берем ничего. Спокойно. Ничего не берем.
Нам ищем цветы. Нам нужны чисто цветы и семена, потому что семена будут, могут вырастить цветы. Цветы теперь 10 голды. Ниндзя для графа. Граф, у меня для вас есть подарок. Из Японии, эксклюзивный. Не-не-не-не. Ну, камень бездны нет смысла не брать. Дождь. Отлично. Еще один дождь. 100 голды с сейфа. Огонь. Дает нам время. Еще один сейф. Там была монета. Но она уже не так хороша, как цветы будет. Монета уже не так крута, как цветы будет. Это ничего не нужно. Тот самый билд на графа у нас получается. Граф подчищает колоду. От лишнего. От лишних сотрудников. А мы в это время ищем цветы и бафы на них. Загребущая перчатка. Так, удобрение нельзя брать, потому что оно не даст возможность найти в семенах цветы. Фермер успел один раз поработать. Еще одна пчела, отлично. Фермер живет. Скип. Прощай, фермер. Хорошая работа. Он из могилы поработал. Какой молодец. О, господи, цветок на 40 голды. Там только что цветок 40 заработал с фермером. О, малыш. Что культи 100 сейф дают одинаково денег за графа? Ну, сейф проще открыть. А, может быть, культиста проще открыть. Смотри, что внутри у культиста. В смысле? Ну, открой культиста. В смысле открой культиста? Это же не шкаф, чтобы открыть. Заров. Открывай культиста. Я не буду открывать культиста, Джон. Снэч. Или по-другому, как его называют. Двойное солнце. Я вместо сундука возьму двойное солнце. Так, это нам не нужно. Дает 5 золота, есть 3 более таких же символы. Находятся рядом и не пустые. Отлично. А, подожди, загребущая перчатка. Сейфы дают в 2 раза больше голды. Ну и ничего, все равно солнце круто. Это же двойное солнце, оно будет перемножаться. Ну-ка, сколько этот цветок даст денег? А, всего лишь 100. Всего лишь цветочек на 100 голды. Такие мелочи. Подумаешь. О, на полтос вырос. Да. Хорошие цветочки. Растут на этом поле. Я даже ничего не хочу брать больше. У нас пустых слотов нету. Мы не берем ничего, кроме цветов и бафов на цветы. Я думаю, что этот, наверное, цветок скоро будет запрещен. Какой-то не такой цветок. Обычно такие цветы идут в этот, в закладки, наверное. Ну, мы выиграли, я думаю. Так, вот если хорошо за своим огородом ухаживать, все будет офигенно. Не знаю, зачем я набираю людишек. Граф-то. Не, а граф оказалось, что да, неплохой садовник. Порядок навел, прополол, людишек поубирал, которые мешали. И все, проблема решена. О, господи, еще одно солнце. Святая вода, редкий. Проклятие не действует, дают золото. Уф.
Вау. Ну, для нас бесполезно, поэтому я возьму обезьяну. Но в теории, если такие реликты, конечно, надо сразу видеть. Потом разберешь проклятие и все. Да, слушайте, у нас очень реалистично. Люди мешали цветам расти. Пришел правильный человек, провел зачистку, убрал людей, цветы выросли. Вот планета настолько очистилась, что цветы вернулись. Да, нам только что там 750 золота с ролла пришло. Прикольно. Фу, цветы на 20 золота, какие плохие. Смотрите, сейчас цветок. 1000. Напалм, сынок. Люблю запах напалма по утрам. Вы просто уничтожили эту игру. 1000 с одного цветка. Я тут нечего больше сказать. Это... А это, знаете, вот эти огромные цветы, которые в Индии растут, которые вонючие, ну, большие, которые воняют дохлыми чуваками, чтобы мухи прилетали. Рафлезия, во-во, точно. Вот это у нас такие цветы, огромные. Варлок, я уже 10 минут смотрю, не могу понять, в чем смысл игры, как работают основные механики. Это колодостроительный рогалик. Это буквально колодостроительный рогалик, в котором основная механика — это казино. Самое-самое настоящее казино. Один из самых оригинальных рогаликов, которые я видел в своей жизни. Супер крутая механика, он быстрый, кайфовый. В общем, бомба. Одна из лучших игрушек этого года. Даже и этого, и прошлого года. Она в раннем доступе, но я даже не преувеличиваю. Чат подтвердит. Чат уже давно, мы в нее достаточно давно играем. Ну, чат подтвердит, что игрушка просто жестяк. А, да, 2700 золота. Это жесть. Это просто... Это самый сильный наш забег, да? У нас не было больше. Граф-садовник, да. И граф-садовник прополол от нечисти свой дом. И солнце зашло в облаках. 12 золота в банке, да. На этот раз ваш арендодатель закупан в землю. Это самый сильный забег, который у нас был. Просто самый-самый. 1000 с одного цветка, йоу. Окей, это пойдет на YouTube. Я обычно не выкладываю такие эти короткие на YouTube. Но, блин, это надо просто выложить.